День Сибири – это праздник всех народов, населяющих наш край. Его учредили в 1881 году. Некогда он входил в число великих сибирских праздников XIX века и отмечался ежегодно вплоть до 1919 года. Благодаря краеведам о нем вспомнили в 90-е, и сегодня во многих сибирских городах возрождается традиция отмечать эту дату. Очень важно, чтобы мы собирались, общались, обменивались. То есть всегда общение – это еще один повод к дальнейшему развитию мирного существования. А вот когда мы перестаем общаться, когда мы перестаем обмениваться, мы не знаем, как мы дышим, мы не чувствуем друг друга. Участники круглого стола «День Сибири 2015» обозначили связь между сибирской историей и сегодняшними достижениями края, государством и духовностью, наукой и творчеством. В ходе обсуждения затронули историю вхождения Сибири в состав российского государства. Гости из-за рубежа поделились своими впечатлениями о Сибири, а информационный библиотечный центр «Тюмгу» совместно с фондом «Возрождение Тобольска» провел выставку книг, посвященных нашему краю. Георгий Лайф, Николай Салдаев, Еврозион ТВ.